Уральский родительский комитет просит Владимира Путина отменить концерт Элтона Джона. Речь идет в первую очередь о выступлениях в Москве и Казани. В открытом письме президенту активисты сообщают, что родительская общественность обеспокоена, так как, по словам общественников, певец намерен выступить в поддержку местных содомитов и против действующего российского законодательства, направленного на защиту несовершеннолетних детей.